Всем привет! Это полезная программа. А значит, настало время приобрести новые знания и опыт. Поехали! Новогодние праздники – это всегда море подарков и волшебство. Кстати, по статистике, в исполнение желаний верят не только дети, но и многие взрослые. И правильно делают, ведь мечты и желания сбываются. Стоит только оказаться в нужном месте и в нужный час. Именно об этом прямо сейчас. Смотри-ка, цыганка. Может, попросить погадать? Не переживайте, денег не возьму. Подходите. Вижу, не хочется вам лишний раз в свой дом гостей приводить. У меня что, на лбу все написано? А все потому, что неуютно в нем. Благоустроить надо. И все тогда будет хорошо. Оглянитесь вокруг, сами все поймете. Все рядом. Спасибо. Счастливой будете? Оглянитесь вокруг, сами все поймете. Все рядом. Надо делать ремонт. Хочется отремонтировать санузел, но так, чтобы это было бюджетно. Вот можно это сделать? В нашем магазине вы можете приобрести смесители, унитазы, умывальники, акриловые ванны, стальные ванны, мебель для ванны разных производителей от эконом-класса до премиум. Скажите, пожалуйста, вот этот вот биотуалет, насколько сложно за ним ухаживать? Это очень удобное приспособление. Отсутствуют всякие запахи, он удобен и компактен. Может использоваться там, где отсутствует центральная канализация. Незаменим для туристов, для дачников, для больных и пожилых людей. Да, нужная вещь в хозяйстве. Удобство на даче – полезный подарок для всей семьи. И для дачи столько всего. Полезный магазин. Акция от магазина «Яртехника». Купи на 5000 рублей, выиграй 30. Главный приз – 30 тысяч рублей. Также разыгрываются еще 7 денежных призов. Подробности в магазине «Яртехника» в Сосновоборске и по телефону 205-09-20. Аня, в последнее время один из самых частых вопросов, которые мне задают – как устроиться работать на телевидении? Егор, это неудивительно, ведь у нас очень интересная работа. И прямо сейчас мы расскажем, как можно стать нашим коллегой. Зашиваетесь в делах? Скучная, однообразная работа не приносит удовольствия? Трудитесь с утра до ночи, а результатов нет? По карьерной лестнице, если и двигаетесь, то только вниз, денег больше. Не зарабатываете? Хватит это терпеть! Пора искать любимую работу! Чтобы работа стала той самой-самой единственной и неповторимой, на которую охота бежать, как только проснулся, она должна отвечать нескольким критериям. Первый из них самый важный. Занимайтесь тем, что приносит удовольствие, о чем больше всего мечтаете. Что может быть интереснее телевидения? Мы все его любим с детства, но нам кажется, что оказаться по ту сторону экрана могут избранные. Это не так. Я всегда хотела работать на телевидении. Решила рискнуть и пришла на собеседование. Первый раз было очень страшно, но я прошла собеседование и теперь работаю в команде Первого краевого. Работа должна быть интересной и приносить хорошую заработную плату. Это сочетание идеально подходит для отдела продаж. Первый раз было трудно. Звонишь совершенно незнакомому человеку, не знаешь, кто на том конце провода. А сейчас мне эта работа очень даже нравится и не могу без нее жить. Ребята, есть одно рекламное место со скидкой. Звоните клиентам. Алло, Павел, добрый день. Это Руслан, телеканал «Енисей». У меня есть для вас выгодное предложение. Ура, я первая, все готово. Удивительно, большинство россиян ставит хороший коллектив выше заработной платы. Наш отдел продаж – это семья. Здесь принято помогать друг другу. А еще у нас весело. Кстати, если вы в нашей команде, то будьте готовы участвовать в съемках. Вас будут показывать по телевизору. Ну что, хотите работать на Первом краевом? У нас есть пару свободных мест. Звоните. Алло, место рядом со мной? Оно уже ваше.
Это была полезная программа. Проводите свое свободное время с пользой. Еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!